Да. И чё? Никто не сбежит от него, здесь или в мире ином. Алдуин пожрет всех, и наступит конец света. Ничто его не остановит. Я пытался им объяснить, но они не слушали. Глупцы, все сбылось. А я мог только смотреть, как приближается наш конец. Да, да. Видишь, ты знаешь, но отказываешься понимать. О, да, все это было предсказано. Начало конца. Алдуин вернулся. Только драконорожденный, да Вакин может его остановить. Но уже много веков никто не видел драконорожденного. Кажется, боги просто устали от нас. Они оставили нас на съедение Алдуину, пожирателю мира. Что? Ты? Неужели правда? Да Вакин? Тогда есть надежда. Боги не оставили нас. Мы должны идти. Быстрее. Отведи меня к Дельфине. Нам нужно многое обсудить. Одну минутку. Нужно кое-что взять. Это нужная вещь. Нет, нет. Это мусор. Где же мой ануат с комментариями? Как я его обожаю. У него можно много чувств. Секундочку. Взять. Мочащие бобюны. Так. Пить. Уйди. Что теперь? Если понадоблюсь, я в замке Волки. Это агент Клинков. Убить ее. А ты еще откуда? Так, куда ушла? А то мне... Ой, блин, обожаю. Тебе что-нибудь нужно? Пошли.
валим отсюда нафиг. Такс. Ваши ставки, господа, всем глаз мой радуют всегда. Ваши ставки, господа, деньги ебаная мать. Я больше на обучение трачу. Это же шлем дракона рожденного. Хавёный, кстати говоря. Бабёна! Нежить! Упс. Чё-то, кажись, она не пережила. Удары моего. Так. У нас сюда сначала-то не посмотрел. Спасибо, капусту мне не надо. Ладно, надо выйти отсюда. А там уже до рифта на будет недалеко. Я так предполагаю, думаю. Да и знаю, в принципе. Так ведь. Так ведь. Здрасте. У меня тут золото нужно. У меня есть для тебя работа. Ну, золото-то нужно, но. Принялся, да? Ну, по мне ничего особого ты из себя не представляешь. Кажется, не туда пошел. Ага, это да, посол. Здрасте. Здрасте, Ой. Блин, 2 часа нафиг на ногах, я хреневая. У меня работы полно. Конечно, мало, конечно, но... Уже я с ума схожу. Неописуемая штучка. Штучка. Это же штучка, его наш мать. О, так. Я как великий алхимик. Так. Блин. Ладно. Значит. Ушение силы. Нет, сопротивление. И дальше это алхимичим. Так.
очі шуєть, чому мені відкрилося то. Так, уязвимость моя. Ать шуеть, ктиши фехты я поломать. Так, вес. Ты изменился, надеюсь? А, аж 5 килограмм куда-то делось. Постреляем! Стрелы-то я заберу. Так. Пусто, пусто. Ну-ка. Хрень. Ваши ставки, господа, глаз мой радуют всегда. Боже, божечки ты мой, как бы пристрелил. Тебе чем-то помочь или просто хочешь поболтать? Да, хочу, чтоб вы мне помогли. У меня мало денег. I am not very big money. Я меч очушительного характера. Смотрите, я полностью из металла. Во мне нету ни капли дерева. Понимаете? Меня затачивали 5 лет. Но я так и остался тупой, как сибирский валенок. Открою. Так. Так, найди. Так. По-моему, ты солнце, да? Подлагивает, что самое интересное. Кто там? Ты кто вообще? Так. Ага. Окей. Записка. Я знаю, что объект прибудет в Рифтон в течение нескольких дней. Желательно действовать аккуратно, но регулировать объект важнее всего. Обычно ограничится ограничением по скорости, снимается при необходимости. Тебя переведут за пределы скрытым без наказания. Подведи меня. Да. Кто-то грохнуть захотел, походу, меня, да? Так. Топать нам в Рифтон, да? А, в Риверут. Ладно, перепутал немножко. Темный эльф дает 50% защиту от огня. Талант гнев предков позволяет им окружать тебя огнем на некоторое время. Мефала, дейдрическая владычица лжи и тайны заговоров. Она обожает вмешиваться в дела смертных.
курица! Курица, прикинь, если бы я тебя поставил мод, чтобы взорвалась ты, а? Ты не представляешь, как это было бы страшно. Говори громче, я малость туговато пробыл. Он что, реально что ли слышит? Фэндл думает, что может увести у меня Камилу Валерию. Да иди нафиг! Со своей Камилой Валерийной, Фигельной и так далее. Ты вроде бы издалека идешь. Да дать тебе пройти, вы тупые, непонятные. Тебе что-нибудь нужно? Ну как бы привел. Я тоже рада тебя видеть, Эсборн. Слишком много, старый друг. Слишком много. Ну что ж, ты здесь и в добром здравии. Идем, я знаю, где мы сможем поговорить. Оргнер, последи за залом, пожалуйста. Запросто. Сюда. Мужик. У нас есть комнаты и еда, и выпить. Питье для жаждущих, пища для голодных. Ты понимаешь то, что у меня? Скухся хрень. До встречи. И еще возьму, что самое интересное, по сундукам. Пофиг вообще. О! Да мне пофиг. Не плаваешь? Пожирнел я немного. Что делать? Что делать? Надо бухнуть. Надо бухнуть. Хотя, так, что самое тяжелое у меня? А чё бухнуть-то? Япона ж мать, а? Я чё? Так. Ну, для профилактики. Так. О. О, да, Далакин. Да, я знаю. А эй, а чё? Чё такое? Так. Чё ещё бухнуть? О, японош, сколько шакаться умею. Это все меняет, разумеется. Так, в общем. Что-то накрыло. Ой, снова накрыло. Ой, накрыло. Терять времени. Мы должны найти. О, вот это меня накрыло. Где-то у меня здесь. Что, Эсбер? Секундочку. Одну минуту. Вот, нашел. Да. Так, книги.
Можешь погромче, я тебя не слышу вообще.